Впервые в истории Петропавловского ботанического сада зацвела и дала плоды маракуйя. Лиана родом из тропических лесов Южной Америки, а на север страны ее привезли из Доминиканы. Экзотическую красоту растению придают крупные необычные цветки с приятным ароматом. Они похожи на корону или звезду. Директор сада Артур Рязапов рассказал, что маракуйя цвела и в прошлом году, но плодов не дала. Поэтому в этот раз пришлось приложить усилия, чтобы получить результат. Для того, чтобы завязался плод, его нужно опылить. И мы, допустим, что делаем? Берем кисточку, то есть имитируем работу, значит, пчел, мух, насекомых. Берем с пыльника, вот это так называемый пыльник, пыльцу, и наносим на пестик. Плоды, собственно, они такие останутся. Естественно, допустим, в природе, в местах обитания они намного крупнее, больше, здесь вот скромные. Наша основная задача – это собрать семена, размножить это растение. Всего в ботаническом саду Петропавловска около 2000 растений. И на данный момент плодоносят инжир, лимон, монстера, каламандин и банановая трава.